Приветствую вас, уважаемые друзья, я Юрий Диоген. И мне часто задают вопрос про навык общения. Существуют ли какие-то тонкости, какие-то финты, какие-то фишки, которые позволят вам в любом разговоре производить впечатление очень образованного, эрудированного человека, чтобы достигать своего при любом споре? Есть ли какие-то вот особые секреты? Я всегда произвожу аналогию с построением результатов жимелёжа. К результату в 240 килограмм я шел около 13 лет. Что такое построение силового результата в пауэрлифтинге? Это укрепление связок суставов. Это особая биохимия, которая строится. Это построение большого мышечного массива. Не только больших, но и сильных мышц. Это длительный процесс. Это закрепление моторики и выполнение в рамках филигранной моторики огромного количества правильно исполненных движений. Это стиль питания, это стиль жизни, который позволит тебе прийти к хорошему силовому результату. Когда спрашивают, есть ли какие-то секреты в жиме лежа, я скажу так, что никакие секреты тебе не помогут, если ты вялый дрыщ, никакие там особые секретные положения локтей, никакие особые секретные выражения морды лица, да, не помогут тебе выжать вес 200 килограмм, если ты не тренируешься как человек, который длительными тренировками дошел до жима в 200 килограмм. То же самое с навыком общения. Это стройка. Любой результат силовой, интеллектуальный, результат, связанный с повышением своей харизмы. Это стройка. И здесь все идет в зачет. Кирпичик к кирпичику мы отстраиваем наше опытное понимание, наше восприятие, все качества, которые позволят нам быть харизматичным человеком, который может в разговоре достигать своего. Ведь навык общения — это не только то, как ты говоришь. Навык общения — это то, что ты знаешь. Навык общения — это то, как быстро ты реагируешь на какие-то интеллектуальные темы. Уровень твоего восприятия, уровень твоей эрудиции. Друзья, хотите хорошо общаться, общайтесь долго. Так же, как если вы хотите много жать, жмите. Живите как профессиональный силовик, да? Хорошо питайтесь, хорошо восстанавливайтесь, укрепите связки сустава, нервную систему. У вас биохимия должна быть спортивная. Стаж нахождения, нагрузка восстановления, анаболизм, изучите, что это такое. То же самое с навыком общения. Читайте, общайтесь, постоянно бывайте в новых местах, пишите собственные литературные произведения. Это великолепное упражнение для повышения вашего стиля, вашего слога. Да? Нет никаких частностей, которые позволят вам, не будучи высокоинтеллектуальным и развитым человеком, стать очень быстро человеком харизматичным и разговаривающим просто как мастер своего дела. Это стройка, и занимайтесь этим как можно раньше, как можно больше. Удачи и силы, друзья. С вами был Юрий Диоген.